21 июля президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства полной средней школы номер 1 в городе Шуша. Глава государства был проинформирован о проводимой работе. Было отмечено, что в трехэтажном здании Шушинской городской средней школы номер 1 на 960 ученических мест созданы все условия для организации обучения. В школе имеются 40 классных комнат на 24 ученических места, 2 кабинета физики, химии, биологии, технологии, информатики, стим-центр, библиотека и читальный зал, кабинеты начальной военной подготовки молодежи, рисования и музыки, медицинские кабинеты, столовая, а также актовые и тренажерные залы, рабочие кабинеты для административного персонала. На отведенном для школы участке площадью 1 гектар завершено строительство футбольной площадки. Помещение для трансформатора, индивидуальной котельной, бассейна, необходимых подсобных строений.